Альбом, собрание 10 треков, переживания за последние 1,5-2 года, что не отпускало и хотелось реализовать. Аналоговый подход почти беспроигрышный. Если у меня стоит какая-то железка, то я уверен, что любой звук, который из нее извлеку, будет хорошо звучать. В свое время много копал джаза американского, но потом упал курс рубля, пластинки стали дорогие. How do you do, everybody? Welcome to the Soviet Union. Для меня открылся мир советского джаза и фанка. Обычно какая-то идея попадает в секвенсор. Это может быть хоть удар бочки или сэмпл сразу на целую петлю. Если это игралось на контрабасе, то сэмплы искались конкретно к одному сэмплу. Сэмплировать цифры или с винила, в принципе, не важно. Пластинками именно сам процесс поиска, вот это тыканье иглой – интересное действие. Да, мне кажется, 1000 пластинок. За советскими пластинками приходилось зарываться на какие-то барахолки, где до сих пор можно найти что-то за 10 рублей. Некоторые пластинки выпускались очень маленькими тиражами, примерно по 100 копий. При всех скоростях оцифровки на виниле остается очень большое количество музыки, которая только там, только на этой пластинке. Если эта запись была не важна 10 лет спустя, то 100 лет спустя это уже совсем другой разговор.